Власти Пермского края и РЖД согласовали проект создания детской железной дороги. Работы по ее строительству начнутся в 2021 году. Она включит в себя учебный комплекс, круговое депо с экспозицией узкоколейной техники, а также музей Уральской горнозаводской железной дороги. Добавлю, что по самой магистрали будут ходить как современные машины, так и ретро-поезда на паровозной тяге. Ввод объекта в строй планируют на 2023 год.